Всем привет! Это у нас Рас Эль Хайма, Объединенные Арабские Эмираты. Конкретно в этом видео хочу показать пляж. Это у нас общественный пляж Фламинго называется. Так он называется. Здесь вот даже фламинги такие вот есть. Статуи огромные. Не перепутаешь. Что из себя представляет пляж и море? Значит, сейчас у нас конец января 2024 года. Значит, общественный пляж, понятно, что он не очень чистый. Здесь вот области, я так понимаю, для барбекю. Здесь активно местные готовят шашлыки или что-нибудь такое. Потому что вот первая часть пляжа, она достаточно замусорена всяким углем. Ну и всякими пакетиками, еще чем-то. Ну, не считая, конечно, русским пляжем. Все равно более-менее чисто. Так, давайте пройдемся к морю, посмотрим заодно. Сейчас в январе очень немного, на самом деле, людей на пляже. Температура воздуха сейчас, по-моему, 27-28 градусов. Температура воды, по-моему, что-то типа 20. Прохладная, конечно, вода. Заходить в нее немножко проблемно, то есть нужно привыкать. Вот. Но все равно, прилетев из зимы в лето, конечно же, это здорово. Искупаться, позагорать. Конечно же, надо мазаться от солнца, сгораешь все равно. Вот эти фламинги. Там какие-то магазинчики местные, что-то такое. Вот, значит, вторая половина пляжа более-менее чистый песок. Вот, вода, значит, ну, понятно, соленая, очень чистая вода. Песок на дне прозрачный, все видно. Вот, какая здесь живность, что видно? Видно рыбы, плавают медузы, бегают маленькие крабики. Вот, какие-то есть такие экзотические рыбины. Типа очень длинных зеленых рыб, может быть, картиночку, если найду, вставлю. Вот еще другие рыбы с тайками плавающие, полосатые. Значит, есть еще летучие рыбы, но мы пока их летучих еще не видели. Так. Так, ну, мусор вот, что с прибоем принесло. Ракушки различные. Давайте в воду зайдем. Вот. Здесь волнами чуть-чуть поднимает песок. Вот. Но вода абсолютно прозрачная. Вот. Народ купается. Местные купаются прям в этих хиджабах. Женщины. Вот. Ну, туристы купаются в чем попало, в нормальных купальниках. Есть сейфгард, или как он называется, спасатель на пляже. Вот, в основном здесь у нас очень много Пакистан, Индия, ну, как у нас это, гастарбайтеры называются, приезжают сюда на заработки. Только 10% населения – это реально местные жители. Вот, плывут рыбки у нас, наверное, не видно будет. Это вот небольшие такие полосатые, с тайками плавают, да. А вот эти длинные, конечно, очень удивляют, такие прям, ну, приличных размеров рыбины с очень длинными носами, прям очень экзотично. Вот, и прям заходишь до глубины, дно видно, прям вот водичка чистенькая, замечательно. Есть, кроме публичных пляжей, есть еще и частные пляжи, куда пускают по билетам. Вот некоторые из них принадлежат различным отелям, то есть при отелях. Вот. Ну, в общем, замечательное место, мне очень понравилось. В принципе, наверное, все, что хотел рассказать. Кто также имеет свои впечатления про Объединенные Арабские Эмираты, можете в комментариях по видео тоже рассказать про свои отели, про те места конкретно, где вы здесь были. Ну, я с вами прощаюсь. Всем удачи. Пока.